Вот, ты вообще играл в Монтай? Ну, один раз. Это достаточно. Ну, все, не можешь не рассказывать. Давай игру лучше. Да все, погнали просто. Да. Я думаю, разберемся по ходу пьесы. А, да, ну отлично. СМС-ку кинем ее себе. Значит так, по картам. Четыре мафии, из них один босс. Четыре мирных. Доктор, мститель, любовница, сыщик, детектив и везунчик. Наконец-то он в игре. Моя карта. Что касается везунчика, смотрите. Если проститутка вместе с... Ой, любовница. Вместе с везунчиком, то не могут убить никого. Если даже стреляют, ну вот помните, здесь было, стреляли любовницу, убили вместе с ней тех, кто кусал за углом. Если любовница выбрала тебе на ночь везунчика, не могут убить ни того, ни другого. Оба стандартные. И везунчика ночью убить вообще нельзя, только заголосовать днем. Если у вас карта везунчик, вы ночью можете курить бамбу. Заказывать себе проституток, ой, ну все, понял. Конечно. Девушка, ну что вы спрашиваете 10 раз одно и то же в каждой игре? Раздавай деньги. Вы мафия. Она мафия, убейте ее нахер. Четверку убейте двойку. Да я готов. Дима, за гарпуник, за гарпуник. Она главная любовница, готова. Просто реально суперские игры, все мне очень нравятся, я рад, бывает так не всегда. Сегодня хорошо идем, динамично. Я вас призываю, чтобы и финальная игра наша была такой же. Не ту им. Делаем все быстро, красиво. У нас ассоциации, конечно же, Тихий начинает. И слово Пендельтюр. Я прочитать не могу, что вы говорите. Откуда ты берешь этих Пендельтюра? Пендельтюр. То есть смотрите, это вот такая как бы шведская семья. Жупил, Пендельтюр и это матрюшка. А где жупил-то? Матрюшка. Окей, дальше. Маникюр. У какого-нибудь там матроски на корабле. Вот это закрутило. А как еще раз слово? Пендельтюр. Чурли? Нет. Пендельтюр. P-U-R в конце. Пендельтюр. Окей, дальше. Пендель, дай тюру. Тюру дай пендель. Окей, дальше. Вообще никаких ассоциаций, серьезно. Даже такого не может быть, не может быть. Просто как бы, ну, первое, что приходит в голову. Если нет ассоциации, то... Пенёк, пенёк выбрал. Вот, видишь, есть же. Пенёк, тёрт, кутюр, вообще реально. Как родители, да, какой-то? Ира? Тоже пенёк. Кому? Четвёрочки скажи, да хуя разговариваю. Окей, вот. А это мой завтрак. Я понял, откуда ты ешь, вот. Я тоже хочу это сделать, я пожру, да. Ну, как мы выяснили, я люблю паровозы. Поэтому я присоединяюсь к пенделю. Ассоциация такая. Подожди, а вы выяснили, что любишь паровозиков? Да. Паровозиков? Да. А тут она сказала, что паровозы. Вот, какой-то... Или что-то... Самолеты. Какие-то пендели и редикюли. Окей, ваша ставка. Мне кажется, что это что-то женское, да, знаешь, что маникюр. Вот из этой же сферы. Я вот не знаю, что конкретно, но вполне возможно завалировали. Окей, поехали. Какое слово? Пендентюр. Пендентюр. Пожа пендентюру. Окей, тишина. Слушаем всех, смотри. Какой-то пеньюар. Пендентюр, пеньюар. Продемонстрируй. Это позже, дальше. Как это воздушная стрельба. Нифига себе, фантазия. Прикольно, но это, по крайней мере, интересно, да. А не то, что там. Такой стиль стрижки. Есть бокс, есть полубокс, а есть пендельтюр. Интимная еще стрижка есть, интимная. Есть интимная стрижка еще, скажи им. Это она и есть. Вопрос, где? Где она? На жопельтюре. В жупеле. Интимная стрижка в жупеле, это пендельтюр. Это жопа. Номер 13. Карабас-барабас. Личная мафия. Да. Пендельтюр. Тихо, тихо. Ну, естественно, выпендривон с подбытым гиртом. Тихо? Не, я слаб в этом. Номер 14. Игорь, у меня пендельтюр ассоциируется с какой-то процедурой. То есть, типа, запишите меня на пендельтюр. Просто пендельтюр. Через жопельдюр. С общим наркозом или нет? Через жопельдюр. Окей, у нас на дворе ночь, не поверите. Москва. Я спать.
знакомиться. Окей? Просыпается мать. Не засыпает, пока я не скажу. Не засыпает. Засыпает мать. Доброе утречко, город. Поехали. Кататься. Время пошло. Поехали, красота. Ну, что, пенитюры? Ну, что, давайте номер 13. На всякий пожарный. На всякий пожарный. На всякий пожарный. Тогда давайте номер 12, чтобы с шампиньоном пошел вместе. Не-не-не, это не наши методы. Конечно. Ну, не поли. Сказал главный метеорологи. Дима, топи туда, да, это работает. Если выстрелят, да? Предлагаю Карабаса проверить ночью. Если детектива убьют, тогда мы поверим. Хорошо, давайте Карабаса ночью, а единицу днем проверим. А какая связь? Вы проверите его детектива, детектива не убьют, и чего? А если убьют его детектива? Он как-то подскажет нам? Я перевожу. Карабас знает, кто детектив, поэтому детектив не может проверить ночью. Что ты Димина сказал, правильно? Да он писал, он мафия опять. Он просто так же говорил, я мафия. Да, кстати. Видишь, давайте еще выглядим. Мафия. Ты тоже мафия? Конечно. А, вот еще мафия номер 8. Ну он сказал, я мафия. А тебе сказали, да. О, я. Я не дал сказать, я сказал. Это версия плохая, пятерочка. Версия мафиозная. Версия мафиозная. Пять мафий, ты хочешь сказать, я мафия? Потому что Нечка сказал, давайте проверим 13-го ночью. Ночью, а зачем ночью проверять? Если мы пока днем еще никого не вынесли. Так давайте убьем пятерочку и проверим, права она или нет. Не убьем, она мафия. Она по-черному говорит. Она сейчас меня отыграет права. А я красный, понимаешь? Поэтому она черная. Она черная. Все, я красный, она черная. Я не просыпался вообще ночью. Я не знаю, ты мафия, ты пошла так же говорила. Ты говорила, шестерка мафия, я не мафия, я играю по-другому, когда с мафией. Поэтому ты для меня мафия черная, предлагаю пятерку проверить, потому что она мафия. Я знаю, что ты мафия 100%. Потому что ты говоришь как мафия, ты специально всех находишь, чтобы никто не думал, что ты мафия. Нет, просто она... Я родился, я мафия, я красный, медный город. Она меня накинула, что она черная. А чего мне интересно, когда нас нужно 13 коалицию не собирать? Где вот эти призывы? Я не слышу, что ты там говоришь. Я не перебиваю, ты шкафот, а ты вышки меня называешь. Вы друг друга выставляете? Внимание, город, тишина. Все остальные высказывания по замечанию. Отлично. Номер 3 замечания, дальше. Окей. У нас выдвижение, в 2 голоса, конечно же. Я весь внимание, погнали. 5. Пятерку открыли. Еще раз. 9. Девятку открыли. 12 открыли. Ну, 13 открыли. 9. Закрыли девяточку. А, окей. 14 открыли. А 13 закрыли? Нет еще. 13. Закрыли 13. 13. 9. Какая предсказуемая? Дальше. 5. Пятерку закрыли. Подожди, а восьмерку? Неважно. Ну, в данном раскладе. 8. Восьмерку открыли. 12. Закрыли 12. 8. Закрыли восьмерку. 5. Уже было, что? Дальше. А что, 14? Да, все. Итак, выданные кандидатуры у нас 5, 8, 9, 12 и 13. Номер 9, взрываем. Так, ну для меня выяснилось несколько мафий. Это пятерочка и восьмерка. Сейчас объясню. Пятерка, она четко уперлась только в меня. Для чего это она сделала? Она в прошлой игре играла так же. Она уперлась в шестерку и говорила в него, его вынесли, он оказался красным, она оказалась черной. То есть она играет одинаково. Восьмерка. Почему для меня мафия? Потому что она повторяется. То есть вообще за игрой не следит, она не знает, не хочет своих, пальцем в небо тыкает. Вот. Я про восьмерку говорю, конечно, про кого. Ну какая разница, А что, если он первый раз играет, нельзя ему ничего сделать, что ли? Он мафия. Он сидит черным. И черным сидит пятерка, потому что они переглядываются. Вот, он мигает ей, она ему мигает. Вот и все. Да? Поэтому пятерка, восьмерка для меня мафия, шестерка, семерка я играю, с десяткой играю, 12-я мафия, он моргает как мафия, сейчас мне тоже здесь. Вот, все, пока. Окей, двигаемся дальше. 13-й номер, говорит. Ну что, может, 13-й? Конечно. 12-й мафия. Давайте мы его сейчас повесим и по нему дохера проверим. Проверим весь город. Вот все, кто его повесит, все мафия. Да, получается? 13-го бесидища сейчас проверим. Да, давайте комиссар меня будет проверять. Я не против, совершенно спокойно, потому что... Не, боится, конечно. С кем я поговорил? С 12-м поговорил. Он тут просмотрел меня и сказал, но мне 14-й понравился больше. Так он любил на глазами смотрит. И тут ФДЖ говорит, восьмерка мафия. Он говорит, 8. Сразу говорит, 8. Говорит, с чего ты взял, что 8? Говорит, он говорит, что нет, он нервничает. Человек, я не знаю, там видел, играл с ним раньше, как все-таки. Вот, первый раз видел, он говорит, он нервничает, он уже знает.
Я говорю, а что ты сам такой, вот, нет своего мнения? Да нет, я сам хотел, да я плохо себя чувствовал, начал оправдываться. То есть вот по дневным сюжетам, я говорю, тогда за зависть кем-то поговори, я подожду, когда будут говорить другие. Я говорю, ты 5 минут разговаривай, мол. Он говорит, нет, я сейчас такой вот весь вялый, такой вот сам. В общем, для меня из всех, как я говорил, вот мафия 14. Номер 5, но только он не выстроен, если что. А, я начал просто как-то тупо безразборно, во всех, типа, ну давайте, извините, днем проверим, убьем его, да, просто слово человек не сказал, давайте днем его проверим, с восьмеркой играет первый раз, восьмерка, типа, вот, у него такая тактика игры, из раза в раз, я потому что, я ему сразу сказала, а что ты такой вдруг раз, давай единичку убьем, почему это? Посмотрите на его реакцию, вообще, как он себя сейчас ведет, да, кривляется что-то, начинает вот это, ну, замечательно. Вот, короче, я считаю, что девятка начинает переводить стрелки на всех, кого угодно, без разбора, невнятная речь, вот этот, без разницы кто, главное, не я. Вот, а на меня он просто, потому что я ему сказала, типа, почему это вдруг единичка? Так, замечание номер 9, за Марью, слышал его. Да, я все. 12, поехали. Да, для меня пока мафия вырисовывается только, собственно, одна, это цифра номер 8. Я с этим персонажем играл в мафию неоднократно, и, ну... Я так сказал, что на неё раз играл. Судя по игре, как бы очень все сходится. В основном я играю однозначно с цифрой 3, с цифрой 4. По прошлым играм ребята вели себя примерно так же, как ведут себя сейчас, то есть я не вижу каких-то серьезных отличий. Я бы проверил цифру номер 7, я бы проверил цифру номер 6. Значит, пятерки пока непонятно. Спасибо. Голосовать буду против цифры 8. Окей, теперь говори цифру номер 8. Это я просто понимаю, что Илья в прошлый раз очень сильно обиделся, потому что я два раза отгадал, что Илья был мафией два раза подряд. Спасибо. Но на самом деле цифра 9, я задал тебе вопрос один. Ты предыдущие коны себе так же вел, так же активно? Вот, на что мне сказано было нет. Соответственно, у меня закрался вопрос. Если ты в прошлый раз более или менее спокойно себя вел, то почему у тебя столько активности в данный момент? При этом, как бы, нападаешь на очень большое количество людей. Кусаешь. С кем? Смотря с кем. Позволи мне поговорить с тобой сейчас. Ну, давай поговорим мне образ. На кого я нападаю? На большое количество, кого конкретно? Запутался уже? А люди это не мафия, что ли? Мы ищем мафию. Я ищу мафию. А ты хочешь, чтобы я сидел и ждал, и не искал мафию? Закончились ваши безрассудные дебаты. Вот именно. Закончилось время у всех. Тишина. Если есть желающие что-то сказать, можете поднять руку. Нет? Отлично. Мы переходим к голосованию. Будьте внимательны сейчас. Берем руки маски. Голосование у нас будет поднятие маски. Голосовать можно не спать. Голосовать можно... Это для вас, я говорю, номер 8. Голосовать можно один раз за одного человека поднятием маски. Итак, поехали. Кто? Ты тайм-аут или что? Ну, спроси. Озвучите, пожалуйста, цифры, которые будут голосовать. Да. Почему вдруг это? Ну как, обычно надо знать, как голосовать. Обычно вообще ни разу в жизни такого не делал. Ну окей, хорошо. Я понял, ну для вас специально, я не могу вам сказать. Значит, у нас выдвинуто, и голосовать, соответственно, будем за игрока, вернее, против. 5, 8, 9, 12 и 13. Кого-то одного нужно для вас, для себя, вернее, выбрать. Итак, кто за то, чтобы город покинул игрок под номером 9? Раз, два, три. Три голоса. Кто у нас против 13 номера? Раз, два. Два голоса. Кто против пятерки? Раз, два. Два голоса. Кто против 12 номера? Раз. Нет, не машите руками. Так, один голос. Что у нас получается? Все восьмерку, что ли? Пять, восемь. Тихо. Ну уже все, все всего со восьмерку. Тихо. Подождите, дайте посчитать. Так, восемь, было 14, четыре. Шесть голосов восьмерку. Все, убили восьмерку. Восьмерку убили. Мафия. Мафия, конечно, мафия. Мафия, мафия. Всем спать. Всем спать. Закрывай глаза, не поймай. Замечание игроков под номером 1. Еще кто-то так скажет, получит еще одно замечание. У нас, как говорить, нельзя. Итак, просыпается любовница. Окей. Засыпает любовница. Просыпается мафия. Я буду считать, какие вам нужно поделиться. Договориться. Раз, два, три, четыре. Окей. Засыпает мафия, просыпается маньяк. Маньяк. На карте написано маньяк. Здравствуйте, город. Что такое? Сейчас все, без исключения, аккуратно, все, я имею в виду, без исключения, независимости, знаете вы или нет, смотрят на свою карту, смотрят аккуратно, посмотрели, прочитали еще раз. Сделали покер фейс, прочитав карту. Ноль со дворец. Ой, ладно, 4 раза вроде никак получается. Я хотела на вашу сторону. В смысле? Так. Нет, такой у меня
Окей. Засыпает сыщик. Просыпается доктор. Засыпает доктор. Просыпается детектив. Засыпает детектив. Просыпается босс мафии. Он не проснулся. Он же умер. Я просто не видел. Окей, что его убили? Здравствуйте, город. Здравствуйте, город. Блин, ну ночка была так себе, конечно. Номер 5. Наконец-то. Убили. Это детектив, на секундочку. Номер 7. Убили. Мирный. Мирный. Слушаем семерку. Слушайте, ну я думаю, что мафия это 12, 13. Я удивлюсь, если 14 там же сидит. Да тоже посчитаю. Тихо-тихо. Просто так. 12. 13. 14. У вас все нет? Да. Ну, спасибо, да. Аплодисменты игрокам, спасибо. Уравните свои номера. У нас дебаты, поехали. Слушайте, ну...